И сегодня тема моей проповеди называется «Выбор». So today the name of my sermon is choice. Выбрал или выбери своего Бога. Choose or have you chosen the God? В течение дня мы делаем очень много разных выборов. In the process of our day, we make a lot of choices. Мы выбираем, во сколько нам встать. We choose what time I'm going to get выбираем, up. Что нам одеть. What we should wear. Выбираем, что мы будем кушать. What we should eat. Выбираем, куда нам идти. Where we should go. Даже сейчас вы слушаете мою проповедь. And even now as you're listening to my message. И, возможно, в ваших мыслях. Maybe in your thoughts. Вы уже выбираете, в каком ресторане вы будете после служения. You're already choosing where you're going to eat. У нас постоянный выбор каждый день. We have a choice to make every single day. И сегодня. And today. Среди этих многих выборов in the midst of all these decisions, есть выборы самые важные. There are the main choices. Самый важный выбор для человека — это выбор Спасителя. The most important choice for a person is the choice of their Savior. Это именно выбор Бога. It's the choice of their God. Даже атеисты, которые не верят в Бога, even atheists that do not believe in God, они все равно выбирают Бога и называют его несуществование, или это неверие и есть их Бог. They still have to choose a God that doesn't exist, or maybe their unbelief is their God. И сегодня я хотел бы предложить каждому из нас сделать выбор. And today I want to give you an opportunity to make a choice. Но для того, чтобы сделать выбор, нужно выполнить определенные условия. Хотел бы пригласить на сцену несколько волонтеров. But in order to make a choice, you have to know the following conditions. And I want to invite some volunteers up to stage. И вам нужно быстро-быстро, детки, бежать очень-очень-очень быстро. Come fast, 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 fast. Quickly. Итак, у нас есть три добровольца. And today we have three volunteers. И у вас для того, чтобы выбор назывался выбором, in order for a choice to be called a choice, нужно выполнить определенные условия. We need to know the following conditions or fulfill the following conditions. Какой подарок тебе нравится? Красный. Красный. Which gift do you like? The red one. Для того, чтобы тебе его взять, что тебе нужно сделать? In order for you to take it, what do you need to do? Grab it. Он говорит, просто взять. He said, just grab it. Нет, вначале нужно, чтобы я тебе разрешил его взять. No, in the beginning I have to let you take it. Первое условие выбора — это нужно иметь право на выбор или свободу выбора. The first condition of making a choice is you need to have the right to choose. Второй пункт, условие, чтобы выбор назывался выбором, вы сейчас я вам его продемонстрирую. The second point is I'm going to demonstrate this to you now. Окей, как тебя зовут? Владик. Владик, выбирай, какой ты хочешь подарок. В подарке есть сюрпризы. Желтый, синий или красный? Красный. Я тебе разрешаю, иди бери. I give you permission for the red one. Спасибо, Владик, ты можешь садиться. Как тебя зовут? Сэмюэл. Сэмми, какой ты хочешь подарок? Там сюрпризы классные. Желтый или синий? Синий. Синий. Я тебе разрешаю. Иди, бери. I allow you go take the blue one. Как тебя зовут? Ариана. Как? Ариана. Ариана. Какой ты хочешь подарок? Желтый или желтый? Внимательно подумай. Желтый, конечно, другой. I want the yellow one because there's no other choice. А почему ты выбрала желтый? Это выбора не было. I chose the yellow one because потому there's no other choice. Потому что выбора не дал. Молодец, Адриана. Бери желтый, так и быть. Выбирай. Спасибо. Thank Итак, you. Друзья, второе условие для выбора — это нужно иметь из чего выбирать. So the second condition for a choice is you need to have what to choose from. Первое — право на выбор. First one is you have to have the right to choose. А второе — иметь из чего выбирать. And the second is you have to have options to choose from. И Бог, в которого мы верим, and the God that we believe in, Он дал человеку этот выбор, He gave people a choice, соблюдая эти два условия,
with these two conditions. Дает право на выбор. He gives us the right to choose. И из чего выбирать. And the options to choose from. Второзаконие 30 глава 19 стих написано: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Deuteronomy chapter 30, it says, «Today I have given you the choice between life and death, between blessings and curses, that you would choose life so that you and your descendants might live». Бог даже поощряет, предлагает и говорит: выбирай. God even encourages you what choice to choose. Бог дает это право. He gives you the right to choose. И он конкретно разделяет и дает выбор. But he separates the options. Дает варианты. And gives you choices and options. Есть проклятие, есть благословение. There's blessings and there's curses. Есть жизнь, есть смерть. There's life and there's death. Есть ад, есть рай. And there's heaven and there's hell. И Бог говорит: выбирай. And God says, you choose. И сегодня, друзья, этот выбор стоит пред многими людьми. And today, friends, this choice is before many people. И когда мы говорим: выбирай жизнь. And when we say, choose life. То это поможет не только тебе, но твоему потомству, твоим детям. This will not only help yourself, but to the descendants. И жизнь — это не просто промежуток между рождением и смертью. And life is not just a gap between birth and death. Но жизнь, Иисус Христос сам говорит: я есть путь, истина и жизнь. But Jesus says, I am the way, the truth, and the life. И если сегодня вам кажется, что жизнь очень кислая, and if today you feel like life is bitter, что жизнь очень трудная, life is hard, что жизнь плохая, life is bad, если вы часто ловите себя на мысли, что вы часто ворчите, ропщите, and if you catch yourself that you're constantly complaining, и всю жизнь мечтаете о счастливой жизни, and you're constantly dreaming about a very happy, joyful life, возможно, мы никогда и не поняли, maybe you never understood, что настоящая жизнь, that the real life, это есть Иисус Христос, is Jesus Christ. И чтобы эту жизнь иметь, and in order to have this life, возможно, нужно ее начинать искать, чтобы ее понять, чтобы иметь удовлетворение от этой жизни. Maybe you need to start seeking Him so that you can get fulfillment in this life. Привожу вам пример еще одного выбора, который был сделан в истории. I want to bring another example of another choice that was made in history. Марка 10 глава с 51 стиха. Пример слепого человека. Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом. Mark chapter 10, verse 51, it says, Jesus asked, what do you want me to do for you? Jesus asked, my rabbi, the blind man, said, I want to see. And Jesus said to him, go, your faith has healed you. Instantly the man could see, and he followed Jesus down the road. У этого слепого человека, this blind man, был выбор, had a choice. Его почти каждодневная миссия заключалась в том, чтобы просить деньги, просить милостыню у людей. And his regular mission, daily mission in life was to ask people for money. И однажды проходит Иисус. And as Jesus was walking by, он его даже не видел. He didn't even see Но Jesus. Но он его услышал. But he heard Jesus. И сразу перед ним предстал выбор. And all of a sudden he had a choice before him. Что-то избрать, что-то попросить. He had options of what to ask and what to ask of him. И он выбирает: я хочу этого Иисуса. And he starts choosing, I want this Jesus. Начинает как бы идти в этом направлении. He starts going this direction. Начинает звать его и просить помощи. Starts calling out to him and asking him for help. Заметьте, он даже вначале не просит ничего конкретного. I want you to notice that in the beginning he doesn't ask anything concrete. Он сразу в первую очередь не кричит: дай деньги или зрение. He doesn't start yelling out, give me money or give me vision. Первое, что он просит, это просто милости. First he just asks for mercy. Доверяет Богу, что Бог эту милость знает, каким методом более ее эффективно дать. Trusting God that God knows how to bring mercy into your life. И как только человек начинает двигаться в этом направлении, and once a person starts going in this direction, сразу же найдутся люди или занятия, которые будут заглушать этот голос. There will always be people that will try to silence your voice. В Писании написано, люди заставляли его молчать. The Bible says that people started silencing him. Это обстоятельства наши, которые заставляют нас удаляться от Бога. These are the obstacles in our life that are causing us
to get further away from это God. Это разные вещи, которые отвлекают нас от этого выбора. These are different things that distract us from choosing the right choice. Сегодня это социальные сети, которые являются по-настоящему сети. Today this could be the social media, and it's actually called a network or like a net. И сегодня это могут быть разные фильмы, разные всякого рода зависимость. Это может быть работа, это может быть деньги. This could be movies, this could be addictions, this could be work, and this could be money. Которые нас утягивают. Something that pulls us away. Мы вроде бы не против, мы вроде бы выбрали, мы вроде бы выбираем Иисуса. We're not against choosing Jesus, and we chose Jesus, and we choose Him. Но кто-то нам всегда параллельно предлагает что-то другое. But it's almost like at the same time we have another option and another choice daily. Дорогие христиане, не успокаивайтесь, если вы уже выбрали Иисуса Христа. Dear believers, do not calm down, do not stop if you already chose Jesus. С того момента, как вы возвысили голос «Иисус, помилуй и меня», the moment that you lifted your voice and you said, Jesus, have mercy on me. Сразу, параллельно, всегда и каждый день будут звучать и другие голоса. At the same time, parallel to his voice, you will always hear other voices. Будут предлагаться другие варианты. There will always be other options. Будут предлагаться другие занятия. There will always be other things to которые do. Которые будут отвлекать вас от главного that, выбора. That will distract you from the ultimate choice. Потом Иисус Христос среди этого шума и большой толпы услышал зов этого человека. And all of a sudden, in the midst of all the crowd and all the noise, he heard this blind man's voice. И сегодня я верю, что Бог слышит и твой голос. And today I believe that God can hear your voice. И потом Иисус встречается и начинается диалог. And later Jesus encounters him and there is a dialogue. Он спрашивает слепого, чего ты хочешь от меня? He asked the blind man, what do you want from me? Если бы я был там рядом, if I was right there nearby, я думаю, мне было бы стыдно за Иисуса Христа. I think I would be embarrassed for Jesus. Я бы попытался как-то его выручить. I would somehow want to help помочь him ему. Я бы, наверное, пришел на ухо и сказал, Иисус, я знаю, чего Он хочет. I'd probably come up to Jesus' ear and say, Jesus, I think I know what He wants. Разве не логично, что хочет слепой? Isn't it obvious what the blind man wants? Не кажется ли такой глупый вопрос? Isn't this a silly question? Чего ты хочешь? What do you want? Но Иисус его спрашивает умышленно, целенаправленно. But Jesus has a purpose in his question. Потому что Иисус Христос хочет, чтобы его выбрал ты лично, а не твоя мама. Because Jesus wants you to choose him for yourself and not your mom chooses him for him. Не твой пастор. Not your pastor. Не какая-то толпа, которая тебя давит. Not some kind of crowd or audience that puts pressure on you. Ты лично ты сказал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. But so you could personally yourself say, Jesus, son of David, have mercy on me. Чтобы ты имел с ним личные отношения. So that you could have a personal обращался relationship. К нему, чтобы ты лично. So that you could personally come to him. И, конечно же, слепой говорит, and of course this blind man says, Иисус ему дает то, что он просит. Jesus gives what he asks. Но мы видим, что в этом выборе but we see that in this choice, был выбор намного глубже, чем просто зрение, которое он хотел. There was a deeper depth than just the eyesight that he в конце wanted. Этого стиха написано итог. At the end of this verse, there was a conclusion. Написано, он прозрел, пошел за Иисусом. The Bible says that as he received sight, he started following after Jesus. Не от Иисуса. Not away from Jesus. За Иисусом. But after Jesus. Не просто сделал два шага. He didn't only make two steps по дороге. After him, but he started following him on the path. И еще на этой дороге. And on this path, ему приходилось еще делать очень много выборов. He started making many more decisions. Поэтому, друзья, нам сегодня, верующим людям, so for us today, friends, as Christian believers, кто уже сделал выбор, the people that made a decision, и кто уже назвал Иисуса своим Господом и Богом, and those that already called Jesus their Lord and помните, Savior, что нам нужно еще на этом пути много раз и каждый день делать правильные выборы. Remember that on this path we still have to make multiple choices to follow Him. И каждый выбор, and every choice, должен нам напоминать, кто мой Бог. Has to remind us of who my God is. Мы часто успокаиваемся тем, что мы уже вроде бы выбрали Бога. We often grow comfortable in the part that we've already made our decision. Вчера я летел на самолете. Yesterday I was flying on a plane. В субботу утром я улетел на похороны к нашему уважаемому епископу Петру Моисеевичу Саенко. Saturday morning I flew out to the funeral of our beloved brother, bishop that passed away. В субботу утром я улетел.
Saturday morning I flew out. И в субботу вечером я улетел назад. And Saturday evening I flew back. Летел всю ночь, чтобы утром сегодня быть с вами. I had an overnight flight so that I could be here with you today. Так как у меня в самолете было много времени. And for the fact that we had a lot of time on the plane. В самолете есть такая опция, что ты можешь даже в воздухе. There is an option on the plane that you even in midair. Наверное, в космосе и под водой иметь интернет. Underwater and probably in the outer space you can have Wi-Fi. Сегодня как будто бы самая большая конкуренция у Бога. Today it's almost as the biggest competition for God. Это вот эта штука. Is our phones. Самая большая конкуренция у Бога. One of the biggest competitions that God might have. Это тоже Бог. Because this is also a God. Я подумал, 4 часа лететь. I thought to myself, I have to fly for 4 hours. Давай-ка я куплю интернет. Let me purchase some internet. Wi-Fi. Я обычно, у меня нету времени ходить и проверять Инстаграмы, Фейсбук, и многие думают, что я все проверяю. На самом деле, у меня нету на это времени. Oftentimes, I don't have the time to check my Facebook and social media. Новости читать тоже иногда нету времени. Новости читать тоже нету времени. And I don't have time to read the news. Но здесь я думаю, ну такая возможность, как бы нечем заняться. But I was thinking here, well, I have 4 hours and I have nothing to do. С подводной лодки никуда не убежишь. You can't leave anywhere from this submarine. В воздухе 4 часа. 4 hours up in midair. И я думаю, куплю этот пакет. And I thought to myself, I'm going to purchase this package. Не так уж и дорого, $12. It's only $12. И вдруг... Я не ожидал. And all of a sudden, I did not expect this. Начинается внутренний диалог, внутренний голос. All of a sudden, I have an inner conversation, dialogue. А кто твой Бог? Who is your God? Я начинаю отвечать, Господи, ну, здесь же как бы, я бы как бы и рад, но здесь как бы... Особо ничем не займешься. I started answering. I said, "Lord, well, I'm happy to serve you, but I can't really see anything else to do." И у меня как бы снова голос. Но у тебя же в телефоне Библия есть. And I have another voice inside of me, but you do have a Bible in your phone. А у меня оправдание. Ну да, но нужен же интернет. But I have an excuse for myself. Yes, but I need the internet. А потом нет, у тебя она скачана в телефоне. Тебе не нужен даже интернет. And then another voice. No, but it's downloaded in your phone. You don't need the internet. Но ты думаешь, ну все-таки, ну 4 как бы часа, все-таки можно сразу догнать как бы весь мир, быть в курсе всех событий, проверить все Инстаграмы, Фейсбуки, Ютубы. And you think to yourself, in the midst of 4 hours, you can know all the information and all the news and the latest posts. И Бог мне дает урок. And God gives me a lesson. Прямо перед проповедью. Right before this message. Вот перед каким выбором стоит человек каждый день. These are the choices that every person gets to make every single day. Все люди выбирают каждый день. All people have a choice to make every day. Какому Богу поклониться? Вот этому? Which God will they bow down to? This one? Или живому? Or the live one? Очень просто, очень правда. Very simple, but very true. Представьте себе, мы пришли на день рождения к Иисусу Христу, да? Imagine if you came to the birthday party for Jesus Christ. Иисус Христос спрашивает на протяжении прошлой недели. And Jesus asks you in the past week. Ты читал Слово Божье, Библию, каждый день? Have you been reading the Word of God every day? Если ответ нет, if the answer is no, тогда просто следующий вопрос. Then there's a following question. А вот этому Богу поклонился? Have you bowed down to this God? Или хотя бы один день пропустил? Or did you miss at least one day? Инстаграму поклонился каждый день? Did you bow down to Instagram every day? YouTube поклонился каждый день. Did you bow down to YouTube every day? Новости прочитал каждый день. Did you read all your news every day? Тогда сегодня, пожалуйста, не обманывай самого себя хотя бы в праздник, что ты выбрал Бога. So please, even at least in this celebration, do not lie to yourself that you chose God. Это не Бог. This is not a Иисус God. Христос не твой Бог. Jesus Christ might not be your God. Это один из богов. He's just one of your gods. Римская империя вообще была не против. Roman Empire was not against. Чтобы у евреев был еще один бог.
for Israel, for the Jewish people to have another god. У римлян, у греков їх були сотні богов. The Greeks, they had hundreds of gods. І ще на одного бога плюс-мінус вообще нічого не міняє. And just to add another god, it doesn't change anything. Но проблеми начались когда? But the problems began when? Когда настоящие християни, when real, genuine believers, начали отделяться от номинальных христиан. Started separating themselves from just nominal как believers. Это? What do you mean? Это когда они сказали, что мой Бог, it's when they said that my God, Иисус Христос, is Jesus Christ, это единственный Бог. Is the only God. Других богов я не признаю. And I do not have other gods before me. И вот тогда у них начались проблемы. And in that moment is when they had their biggest issues. Сегодня у меня вопрос сначала к верующим. And so today my question first is for all the believers. Сколько лет ты уже веришь Богу? How many years do you believe in God? Я знаю, что ты думаешь, что ты выбрал Бога Иисуса. I know that you think that you chose Jesus Christ as your God. Но если сегодня ты поклоняешься вот этому Богу каждый день, but today if you're worshiping this God every day, и пропускаешь поклониться живому Богу и прочитать Его живое слово, and you are missing the opportunity to bow down to the real God, то сегодня в честь праздника, then today, just even for this celebration, давайте мы неожиданно все тихонько покаемся, let's really repent in our heart, и сказать Иисус, and just come to Him and say, Jesus, прости меня, forgive me, за то, что у меня медленно и незаметно появились другие боги. That all of a sudden, without noticing, I have other gods. Я не говорю, что это грех смотреть YouTube. And I'm not saying я that говорю, it's a sin грех, to go on to YouTube and, говорю, and look through Instagram. And I'm not saying it's a sin to know the news. Но если проходит день, but if the day passes, два, and 2 days pass, проходит три, and 3 days pass, знаешь, что ты времени в течение дня не нашел. And you did not find any time during your но day. Но богам Инстаграма, богам Фейсбука, богам Ютуба поклонился. But you have bowed down to the gods of Instagram, YouTube, and тогда нам нужно social сегодня задаться media, вопросом, кто мой Бог? Then I have to ask myself где a question, who is my God где and where is my Бог? God? Where is this где real life, genuine Бог? God? Where is my life, Бог милующий, God, God спасающий, God the one that saves, Бог любящий, God the one that loves. Многие люди говорят сегодня, что Бог не наказывает. Many people say, well, God does not punish today. Потому что в Новом Завете, because in the New Testament, нигде нету примера, где Иисус Христос кого-то наказал. There is no example in the New Testament where Jesus punished someone. И это правда. And it's true. Потому что он пришел с единственной миссией как спаситель. Because he came with the only mission as a savior. Полон любви и милости. Full of love and mercy. И эта миссия до сих пор продолжается. And this mission он still и сегодня continues. До сих пор спасает. He saves even today. Но важно знать, but it's important to know Христос придет второй раз, that Jesus Christ is coming back for a second time. Раз, and when he comes for a second time, придет не как спаситель, he will not come as a savior. Он придет как судья. But he is coming back as a и написано, judge. Будет судить and the Bible says мир, that he will judge the world and дела, people грехи, for their deeds, выборы, and for their sins, and for their choices. Поэтому сегодня мы находимся в хорошем периоде. So today we are living in a very good time. Можем быть еще спасены where we could still be saved нашим Богом Иисусом Христом. By our God, Jesus Christ. Бог, Он дал человеку право на выбор. God gave a choice and a right to choose. Самого создания вселенной Бог дал это право. From the very beginning of creation, God gave us this right. Знаете ли вы, почему лев называется львом, а не по-другому? Do you know why the lion is called a lion and nothing else? Почему слон слон? Because why an elephant is called an elephant and not another name? А не шафарик. And not шафарик. Это я придумал название. Может just, быть, мне нравится оно больше, к слону как-то подходит. I just thought of this name шафарик because I thought it fits an elephant но better. На самом деле вот в чем выбор состоял. But here's where this decision, this option to choose was concluded. Бытие 2 глава 20 стих. In Genesis chapter 2. Первый человек, созданный Богом, Адам, написано «нарек». Он имена всем скотам, всем животным, всем птицам небесным.
first created man, Adam, the Bible says he gave names to all the livestock, all the birds of the sky, and all the wild animals. Поэтому, если вам не нравится название какого-то животного, so in other words, if I have another name for an animal, то вы будете знать, кто виноват. Or if you don't like a name for the animal, you Adam. Know who's at fault. Adam. Он повыбирал имена. Because Adam chose all the names for the animals. Всех птиц. He named all the birds. И вот это право на выбор. And this right to choose. Бог дал человеку самого начала, самого создания. God gave to a person from the very, very beginning of creation. И это право на выбор он у человека не отнял до этого дня. And this right to choose, he did not take it away from a person even to this day. Это большая привилегия. It's a very big privilege. Это называется свобода. It's called freedom. Когда мы имеем свободу выбора. When we have the freedom to choose. Милость и любовь Божья проявляется именно в этом предоставленном выборе. Mercy and the love of God is actually found in this option. Ты можешь выбирать, какому Богу служить. You can choose which God you're going to serve. Ты можешь выбирать, сколько богов у тебя в твоей жизни. You can choose how many gods you will have in your life. Но Бог говорит и сегодня. But God says even today. Я предлагаю тебе. I give you the благословение и проклятие. The options, curses and blessings. Жизнь и смерть. Life and death. Ад и рай. Heaven and hell. Но ты выбирай. But you choose. Если сегодня есть люди в этом зале, которые еще не знают Иисуса Христа. Как Господа и Спасителя. And if there are people in this sanctuary today that do возможно, not know Jesus as their personal Savior, пришел сегодня сюда. It's not a coincidence that кто you came here today. Кто смотрит нас онлайн? And if you're watching us online, самый лучший подарок, который вы можете сделать себе, the best gift that you can give yourself, это сделать правильный выбор, выбрать Бога, is to make the right decision выбрать to Спасителя, choose God, to choose the выбрать Savior. Иисуса Христа. To choose Jesus Christ. Это единственное имя, через которого возможно человеку спастись. It is the only name under heaven for a man to человек be saved. Человек не может сам себя освободить от плохих привычек. A man cannot deliver himself от from бad habits. Характера. From a bad character. От плохих разных реакций. From bad reactions. Но только Бог. But only God. Только в Боге. Only in только God. Только в этом выборе. Only in this есть choice. Спасение сегодня для is нас. Is there deliverance for us? Иисус Христос говорит: «Се стою у двери и стучу. Jesus Если кто Christ, услышит голос мой, отворит». Jesus Christ says these words, I stand at the door and I knock, and whoever hears my voice and opens the door, I will come to him. Снова выбор. Another choice. Снова Иисус стучит. Another moment that снова Jesus Иисус is knocking. Jesus is offering но you. Ручка с твоей стороны. But the choice and the handle is from your кто side. Кто откроет? Whoever opens. Иисус говорит, я войду, я буду с тобою общаться, я буду вечерять. Jesus says, I will come and I will fellowship with you. Иисус предлагает не просто двухминутную дежурную молитву. Jesus doesn't just offer a two-minute prayer. Но он предлагает общение. But he's offering you communion. Общение. Fellowship. И сегодня, друзья, and today, friends, кажется, многое зависит от твоего выбора. It might seem like many things are dependent on your choice. И часто многие наши беды. And oftentimes, many of our trials. Наши проблемы — это последствия нашего неправильного выбора. Is the effect of a bad choice. Где-то родители не послушал. Or maybe you weren't obedient to parents. Где-то просто духовно был незрелым. Maybe you were not spiritually mature. Где-то просто сам виноват, сам ошибся. Maybe it was your personal mistake. И сегодня последствия. And today you see the effect. С другой стороны, кажется, у нас сегодня столько выбора, и многое зависит от нашего выбора. The other side, it might seem like there's so many choices, and a lot of things will depend on our choice. Но есть одно но. But there is one but. Хотел бы спросить у Алекса, Александра, скажи, пожалуйста, почему твое имя Александр? I want to ask Alexander, why is your name Alexander? Почему ты выбрал такое имя? How come you chose this name? Ты меня перебьешь и скажешь, извини, я не выбирал. But you will interrupt me and said, I never chose this name. Я тебя извиняю, верю. I'll excuse you and I believe you. Следующий вопрос. Саша, скажи, пожалуйста, почему ты мужчина, а не женщина? And the next question is, Alex, how come you're a man and not a woman? Но пока ты размышляешь над этим вопросом, у меня последний вопрос. But while you're thinking about that, I have another question. Алекс, скажи, сколько лет ты хочешь жить? Alex, how many years do you want to live on this life? Подумай, я запишу и скажи. Go ahead and think about it, and I will write it down, and you can tell me. Есть число приблизительное? Do you have an approximate number? Выбрал. Did you choose it? Все, мы записали.
We wrote it down. Я тебе бумажку передам. And I will give you a piece of paper with that. Любой здравый человек понимает. Every logical person understands. Что далеко не все зависит от твоего выбора. That many things don't depend on your choice. Ты не выбираешь, когда родиться. You never choose when to be born. Ты не выбираешь, кем родиться. You never choose who to be born. И ты не можешь выбрать, сколько лет. And you don't choose how long you will live. И минут ты решил и выбрал жить. And you don't decide how long you will live. Это еще раз подтверждает, что над всеми нами есть еще всемогущий Бог. That just comes to show that over us we have a sovereign, mighty God. Когда человек падает в яму, when a person falls into the pit, почему-то интересно, он не смотрит направо. Interesting enough, he doesn't look to the right. Если яма такую в мой рост, if the pit is very deep, не смотрит налево, he doesn't look to the left. И почему-то не смотрит вниз, and he doesn't look down. А почему-то как-то так вот все-таки естественно. But for some reason, very naturally, he kind of и все вверх. Looks up. Неужели человеку стоит ждать? Does a person have to wait? Чтобы упасть в яму. To fall into a hole. Попасть в проблему, в госпиталь, в аварию. To fall into a problem or an accident or in the hospital. Чтобы только тогда посмотреть вверх. So that he can finally look up. Писание говорит, the word of God says, что мы не можем служить двум господам. Матфея 6:24. In Matthew 6:24 it says, you cannot serve two masters. Многие сегодня христиане запутались. Many believers, they are confused. Потому что они служат Богу. Because they are serving God. Вроде бы служат Иисусу. And they're serving Jesus. Но параллельно служат другим богам. But they're also serving other gods. Служат деньгам. They serve, поклоняются интернету. They serve money. They bow down to телефону. The internet. To their phone, и многим-многим другим развлечениям, занятиям, зависимостям. And many other things, addictions, но Библия and очень конкретно подводит итог и говорит, никто не может служить двум господам. But the Bible says really clearly, you cannot have two masters. Ты не можешь любить и ненавидеть. You cannot hate one and love ты не можешь служить Богу и мамоне. Мамона — это деньги. You cannot serve God and mammon. Mammon is money. Да, понятно, что нам нужны деньги на пропитание. Yeah, это we нормально. Understand that we need money to survive. Но когда из-за работы but sometimes because of work, мы не бываем в церкви, we're not at church, мы не участвуем в церкви, we're not participating in ministry, мы иногда по разным причинам не находим время для Его Слова, oftentimes we have many reasons why we don't have time for His Word, то тогда мы можем сами с собой продолжить этот диалог. In that circumstance, we can have a dialogue with ourselves. Друзья, в заключение хочу прочитать Деяния 17 глава. Написано, Бог ныне повелевает людям всем, всем, повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную. In conclusion, I want to read, God commands everyone everywhere to repent, for he has set a day for judging the world with justice. И сегодня, друзья, я предлагаю сделать этот подарок каждому самому себе. And today, friends, I want you to make a gift for yourself. Часто, когда звучит призыв к покаянию, мы часто относим это к соседу, к тому, кто там, вот как-то даже и мысли, и имена как-то проскакивают, кому стоит это сделать. Oftentimes, when we hear a call for repentance, we always think about our neighbor or someone else in our life. Хотелось бы, чтобы сегодня мы, верующие со стажем, неверующие, все, написано, Бог повелевает всем людям покаяться. But today, I want us personally to make a decision whether you have a certain class or not. Прийти поклониться. He calls all people to repent, to come and bow down. И тихо помолиться. Come and pray. И начать по-настоящему, как хочется жить. And for the very first time, in a real way, start living. Все плохое забыть. And forget all the past, the bad. Улыбаться. To smile.
и не притворяться. And not to pretend. Иисус есть путь, истина и жизнь. Jesus is the way, the truth, and the life. Он выбрал тебя первым. He chose you first. И написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. That's why the Bible says he loved the world so much he gave. Если ты утверждаешь, что ты Бога выбрал и что ты Бога любишь, if you are confident that you love God and that you chose him, тогда отдай ему хотя бы полчаса в день. Then give him at least 30 minutes of your day. Начиная с завтрашнего дня. Beginning with tomorrow. Или вы обиделись, хотите сегодня начать? Or if you want to start today. Отдай. Если выбрал, возлюбил, то отдай. If you chose, if you loved, then give. Но мы, верующие, Боже, ты наш Эль-Шадай. Дай, дай и побыстрее. But often as believers we say, God, you are our El-Shaddai. Give, give, give. Давайте мы поднимемся на ноги. Тема моей проповеди сегодня называлась «Выбор». Выбери своего Бога.